В ближайшее время на заводах концерна «Тракторные заводы» будет выплачена задолженность по заработной плате. Там планируют запуск производства. Внешэкономбанк перевел концерну «Тракторные заводы» очередной транш. «Промтрактор» получил около 350 миллионов рублей, агрегатный завод – 300 миллионов. Эти средства направят на запуск производства и выплату заработной платы за январь и февраль, а также частично за март.